Да. Поехали? Да, поехали. Привет, Костя, расскажи о нам о себе. Привет, Макс. Я приехал из Васильевки, где я проживаю. Люблю автозвук, все свое свободное время посвящаю этому хобби. Ну, конечно же, имею основное работу, занятие. Вот. Люблю кормуш. Хорошо, расскажи нам, как ты попал в автозвук? Ну, эта история началась, наверное, с посещения такого рода испельного мероприятия в 2011 году. Ну, я был шокирован увиденным, и все это трогало. Тебя вдохновило это, да, и ты решил попробовать свои силы. Круто. Скажи, пожалуйста, как к твоему увлечению относятся родные? Вот как ты делаешь вот свои инсталляции, как вообще воспринимают? Ну, учитывая то, что автомобиль не мой, а мамин, то, ну, как бы с 2012 года уже, ну, привыкли понимать, относиться там с терпением, с уважением, видят, что ну, я... Ну, главное, тебя что поддерживают, да? Это самое главное. Да, 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 то есть как бы... Ну, это классно. Хорошо, давай перейдем к самому проекту. Что у тебя шумоизоляция твоей машины? Какие материалы использовал и где? Ну, по вибре, скажем так, автомобиль не окончательно подготовлен. Использовал акустикс. В основном это двоечка, 2.2, отдельно четверочка. Там, ну, такой потолок, двери. Процесс виброизоляции довольно такой длительный у СПЛ-щиков и требует особого подхода, об этом долго можно говорить, поэтому, ну так, на полпути. Я тебя понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с питанием со своей аудиосистемой? Да, аналогично, питание в процессе. Ну, козырем есть там, как бы, баночка у меня 2+2, которая коммутирует 18 вольт на выстрел на синусе. 12-вольтовая секция – это... Что было у хати? Я тебя понял. Родители. С полки снял, да? Да, у папы с Форда и так далее. Понятно. Хорошо. Скажи нам, пожалуйста, про свою фронтальную акустику. Фронтука построена на 6,5-дюймовых X6C динамиках Alphard. Пищалки 25 Neo. Усилитель на серединке HLX 2.300. Ну, то есть в сумме, как бы, на замере я подливаю в них там, ну, не знаю, заявка... киловатт, ну, где-то так, вот. Я тебя понял. Ну, неплохо, да. А что у тебя с сабовым звеном? Саб. На сабе у меня 6 динамиков Alphard FX 12-дюймовых. Моноблок Audio Extreme 5500. Вот. Ну, так и делаю рез. Да, у тебя путь проделан не маленький в твоей машине. Скажи, ты занимал призовые места и занимал на каких форматах? Стараюсь посещать как можно больше автозаковых мероприятий, ну, насколько позволяет свободное время и остальные ресурсы. Вот. В принципе, не был я только в Одесской области на соревнованиях, а так, в принципе, и Monster Sound Fest, и Эмма, ну и прежде всего Car Emotion. Я тебя понял. Спасибо за приятную беседу, удачи тебе в твоих проектах и громких побед. Надеюсь, еще не раз увидимся. Спасибо.